Уборка царицы полей в совхозкомбинате «Заря» вышла на финишную прямую. Аграриям осталось обмолотить всего 700 гектаров площадей. Точный вес кукурузного каравая заревцы назовут через 10-12 дней. Но уже сегодня понятно, прошлогодний результат точно достигнут. Коллектив проявил все свои самые наилучшие качества. И в этом году мы получили неплохой результат в растениеводстве. Валовый сбор зерновых, колосовых оказался практически на уровне прошлого года, а валовый сбор кукурузы мы уже видим. Как я сегодня сказал, мы уходим на финишную прямую, но уже видно, что мы соберем больше, чем в прошлом году. Ну и точно такое же количество заложили кукурузного силоса. В целом по району было посеяно кукурузы на 2200 гектаров больше, чем в прошлом году. Увеличивать площади именно под эту засухоустойчивую культуру – тенденция последних лет. Ее ценят не только как зерновую, но и как кормовую. В этом году мы сделали ставку на гибриды с ФАО от 210 до 230. Эти гибриды себя в прошлом году показали более урожайные. Получается, растения были более озерненные, озерненность початка составляла к общей массе растения на 50%. Посеяли очень много, сеем как бы мы ежегодно гибриды отечественной селекции и импортной селекции. Сделал, как я говорил, ставку на данные гибриды. Мы высеваем такие гибриды, как Киломерис, ЛГ-300-215, Амарок, Мадлен, вот один из новых гибридов. Заря в сезоне 2021 сделала ставку на закладку силоса хорошего качества. И уже есть результат. Повышенная питательность кормов позволила подняться на дое молока на фермах. Увеличились и суточные привесы. Мы уже начали использовать первые ямы, которые залаживали в конце августа месяца. Ну и результат по молоку показывает, что мы не ошиблись. Вот даже по Наравлянскому району мы сегодня уже плюсуем больше 2 кг на корову к уровню прошлого года. Стоит отметить, что качество этого кукурузного силоса по питательным веществам, по содержанию зерна в силосе в этом году будет на порядок лучше, что позволит добиваться лучших результатов в животноводстве. Несмотря на сложности этого года, уборка урожая кукурузы идет по графику. Небольшой перерыв механизаторы и водители сделали, когда принимали гостей. Поздравить передовиков в поля Наравлянского района приехало руководство района и представители профсоюзного комитета аграриев. Председатель Мозырского райисполкома Елена Павлечко отметила, всего на данный момент кукурузы собрали 20 700 тонн. 70% – это урожай зари. Следует отметить, что если по области намолочено 102 тысячи тонн зерна кукурузы, то по хозяйствам Мозырского и Наравлянского района это 20 700 тонн. Ну или каждая пятая тонна зерна это принадлежит хозяйствам Мозырщины. 20% мы намолотили, в общем, каравая Гомельщины. Коллективы предприятий организации работают слаженно, в том числе и совхозкомбинат «Заря», поэтому практически мы вышли уже на финишную прямую. Поэтому сегодня только мы говорим слова благодарности трудовым коллективам за достойный вклад в намолот зерна кукурузы урожая этого года. В технологии уборки кукурузы мелочей не бывает. Важны и погода, и состояние техники, и даже настроение механизатора. Здесь, в отделении номер 4 «Зари», только закончили реставрацию мехдвора. На просторной территории есть место для хранения десятков единиц техники. За комбайнами для уборки зерна и кукурузы, тракторами, мазами, техникой для прессования и уборки соломы тщательно следят. Обязательно моют после полевых работ, при необходимости ремонтируют. Впереди постановка техники на зимнее хранение и старт нового сезона. С учетом тенденций в изменении климата, стратегию следующей посевной на заре снова скорректируют и выделят царице полей еще больше места. Екатерина Юрченко, Лидия Поттер, Юрий Грабец, телеканал «Мозырь».